мы открыли, ребята, новое звание Рейнджер, второй класс. И мы открываем новое приключение Застойное болото и новый костюм водителя, шлем аллигатора. Крутяк. До следующего у нас остается 500 тысяч звезд. Это просто колоссально. Колоссально, очень много. Угу. А я хотел бы вот этого лоскутного открыть. А, 800 тысяч стоит лоскутный. Ледниковый стоит дешевле. 800 тысяч. А, нифига, тут у нас 600 аж звезд. Да ну, вы чё? Серьезно, мне проще купить его будет. Ну, давайте. Начнем с первой машинки. Hill Climb Racing. Давайте, что тут у нас? Ага. Так, что? Вот это что ли? Вот это вот? Вот это вот? Вот это? Где у нас новый цвет? Так, кепка. Кепарик у нас новый. Аллигатор. Надо и мордашку поменять. Во. Ну давай, вот этого. Нет, вот этого поставим, дурочка. И ему дадим какую-нибудь такую смешную одежду. Штанишки вот такие вот. Да, отлично, отлично, отлично. Ну что, поехали на аллигаторе. Вот здесь у нас получается мы еще и будем звездочки получать. Мы зарабатывать еще звездочки будем, круто. Тогда мы много звезд насобираем. Наверное. Никс, давай аккуратно. Давай. Ага. Так как бы и не сложно, и как бы новые какие-то усложнения поставили. Так, бензин закончился. Да как так? У меня стоит тут ускоритель. Я совсем забыл. Давайте поставим другой вариант. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все равно, смотри, какой он быстрый, а? Ну что там у тебя ускоряет? Что такое у меня? Ох ты, аж сломал доску. Да, тихо, башкой. Ты чё, шлем потерял свой? Аллигаторский. Ну все, тебя аллигаторы теперь за своего не примут. Где-нибудь тебя не укусят. Вот, новый рекорд. Угу. Вот у нас аллигаторы первые, вонючие. Вот стоит, смотри. Опа! Проехали его. Так, монетки. Ух ты, 1000 монет дали сразу. Прям такие. Серьезно, серьезно. Немало, немало монет. Так, здесь надо. Аккуратненько. Вот, сейчас наверх резко. Поднимаемся. Так, бензик. Опа. Да, здесь надо двойные монеты покупать. Чтобы больше денег заработать. Фига, у меня машинка, оказывается, прокачанная. Что у нас взлетает вся. Давай. Чувак. Ты можешь. Давай, еще немножко осталось. Так, какая-то коробка вонючая вот с этими бобами. Почему здесь, не знаю, все заточено на какое-то выживание? С фасоль или что там? Какие-то банки или суп какой-то там. Американцы любят всегда есть в банках все. Супы всякие, все. Вермишель, да у них там все в банках есть. Не знаю, любят они. Консервированные продукты кушать. Опа, бензинчик берем. Ну вот. Не знаю, конечно, ну блин. Сколько много надо вот следующих звездочек заработать, собирать. Это прям печально. Столько собрать. Ну, будем пробовать. Может быть и соберем. О, давай. Ё-моё. Не хватает мощности. Ай, башкой стукнулся. Ну ладно. 520 монет заработали. Так, я хочу поиграть в Гора Смерти. И выбираем тачку, мою самую продвинутую, прокачанную тачку. Вот это раллийное авто. Поехали. Так, у меня ускоритель здесь стоит. Поэтому надо нам бензинчик не профукать. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Еще немножко. Во, блин, бензин заканчивается. Есть.
О, какие тут сложности, слушай, а? О, вторым только приехали, ну ладно. Дальше. Так, идеальный старт. И мы, ребята, попробуем выиграть. Все-таки. Ух ты, кто-то тут на танке даже едет. Такой быстрый. А как так? Ой-о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 й
Либо мне убрать вот этот супер-пупер ускоритель, который у меня из-за него весь бензин уходит. А, давай перевернемся. Хотя за перевертыш дает 10 монет всего лишь. Да, в Hellcat Racing первой части давали 1000. Не проехал я, слушай. Так, следующая гонка у нас болотистая гонка. Давайте выберем стандартный наш комплект. Так, идеальный старт. Все. Теперь бензин у меня не будет тратиться. Так бешено. И едем мы все равно очень быстро. Так. Все. Возможно, я еще первый приеду. Так, бензин не взяли. Ну ладно. Я надеюсь, тут финиш будет быстрый. Вот он, рядышком финиш. Есть. Первая позиция. Вот это уже получше. Так, дальше. Ах, идеального старта нету. Ну ладно. Так, разгоняемся. Ребята, аккуратно, аккуратно. Так, крокодильчики вонючие появились здесь. О, ребята, у меня опять первое место будет. Наверное. Да. Есть. Первая позиция. Опа, так, идеального старта опять нету. Так, вот мне наверх вот не надо было ехать. Всегда лучше снизу ехать. Так будет быстрее почему-то. О, четвертая, да как так, четвертая позиция, вы серьезно что ли? Не может быть, давайте мы хотя бы третью позицию, но не четвертую. Из-за того, что я... Ух ты, все равно первое место, круто. Так, мне нужно вот мордашку эту заполучить. Райская бухта. Ну, поехали. Райская бухта, так райская бухта. Так, говорят, с новым давлением появится пожарная машина. Но это не точно. А когда новое обновление будет, я не знаю. Блин, наверх не получилось, и вот... Блин, как-то поспешила я, конечно. Ну ладно. Сейчас вот все ребята впереди меня едут. Опа. Возможно, я их опережу. Но это не точно. Так, вот этого чувака мне нужно. Да. Багги вырывается вперед. Откуда ты вообще взялся? Багги. Есть, первое место. Давай. Первое место получил. Дига, куда я же заехал? И скатился вниз. Блин. Ладно. Первое место. Здорово. Так, что у меня получается? О, еще ехать-то ехать. Первый снег. Ну, поехали на первый снег. Так, идеальнейший старт был. Теперь мне нужно удержать позицию первого места. Так, бензинчик есть, спасибо. О, я сам первый еду. Крутотень. Дальше. Это, наверное, то, что в начале, как бы, слабое, а потом уже... Конечно, будут более сложные игроки. Более продвинутые, что ли, так сказать. Да, раллиное авто у меня самое мощное, самое быстрое. Поэтому мы легко здесь побеждаем. Так, идеального старта опять не было. Так, зачем я наверх? Ну ладно. Не так страшно.
Опа, давай. Всех пропустили, конечно. Блин, такую-то такая толпа едет, офигеть. Давай снизу. Вот снизу, да. Снизу и быстрее, и надежнее ехать. Первое место. Так, ну что, ребята, продолжаем. Скоро я к этой голове подъеду. Так, пока 103 очка у меня. Господи, как же долго это все собирается. Так, ладно. Давай посмотрим, что у меня тут с баги, как она быстро, не быстро едет. Так, чуть-чуть ускоряется, конечно, но... Все, заехали мы в домик. 200 метров первые проехали. И дальше едем. Давай, баги. Я в тебя верю. Убегаем от зомбарей. Во! Давай, где же там домик-то уже? Вот домик. Есть, еще дополнительные 200 метров. Теперь посложнее. Намного причем. Давай, баги, пожалуйста. Не тормози. Зомбари уже рядом. Во. Так, давай. Ну, ё-моё, хватит крутиться-то в воздухе. Так, баги не подходят. Меняем тачку. Вот эту берем. Минута 40 секунд. Во. Это другое дело. Так, зомбарики опять, смотри. Бегут. Ох, нифига, кто-то на лихаче прям прыгает в воздух. Зачем? Зачем он это делает? Да, вот сейчас зомбари, конечно, съели. Но мы на ролейчке доезжаем в домик. 700 метров мы сделали. Это хорошо, это много. Это просто шикарно. Так, давай. Едем. 900 метров хотя бы проехать надо. Во! Еще немножко. Давай. Может быть, заедем в домик. Но это не точно, конечно. Блин, нифига себе. Очень-очень высоко, ребята. 936 метров. Ну, блин, дальше надо как-то попробовать. Еще дальше заехать. 936 метров. Сейчас будем стараться. Максимально быстро. Вот, когда мне понадобилась крутая тачка, ребята, ролейчка моя подводит. Потому что я ее, оказывается, не до конца я ее прокачивал. Сколько времени? Да, 935 метров. Блин, в тот раз дальше я проехал. А, 10 секунд осталось. Все, ничего не проеду уже. 5-6 секунд, ладно. Давай давить зомбарей. Все. 936 метров. Да, тут все 936 метров. 936 метров. Тут можно 936... ладно. Какое у нас? 66-е место. И сколько мне дадут денег? Ну, не денег, а этих очков. Да, дофига еще, конечно. Ездить. Ну, как-то так.